Ждем Нового года. Наряжаем дом, квартиру. Встреча с внуками. Они моя кровинка. Очень я их растила. Они помнят это хорошо. Вот они ко мне очень хорошо относятся. Неделя прошла прекрасно. Сейчас у меня вообще период переосмысления всего, поэтому там много всего не могу сказать, наверное, больше лично. Скажите, пожалуйста, как прошла ваша неделя и чем она вам запомнилась? Запомнилось то, что у нас самый отличный техникум кулинарного искусства. Чем он такой примечательный? Ну, там очень хорошие учителя, очень хорошо учат. И в будущем, я надеюсь, то, что стану готовить хорошо. У меня всегда все хорошее. Вот, видите, какой вы позитивный человек. А на этой неделе конкретно что вот произошло, что вас порадовало? Не знаю конкретно, не могу сказать. В общем, все хорошо. Экзамен сдала хорошо. Здорово. На какую оценку? 5. А экзамен по какому предмету был? Практика, стрижка. Я надо парикмахеру учиться. Пока нет событий. Еще будут события. Не было. На этой неделе не было событий. Порадовала погода, снег, зима наконец. Вы любите зиму, да? Мне нравится. Красиво, белое.